Так, значит, сейчас выходим на крейсерские обороты, на 4000 оборотов. И замеряем, сколько времени у нас уйдет на одном литре. Вернее, на сколько времени нам хватит литра. Чё? Так. Сюда подключимся. Так, что там? Что там, рассказывай. Значит, замеряем расход топлива мотора Suzuki DF70 ATL. Напоминаю, это DF70 ATL, мотор 1,5 литра, сделан на базе мотора 90 сил. Вот. Замеряем фактически расход топлива. То есть у нас тут классическая литровая бутылка, 1 литр бензина. Вот. И сейчас включим таймер и посмотрим, на сколько времени нам хватит 1 литра бензина. Все. Что там? Заводимся. Опа, начали. Полетели. Все, мы вышли на 4000 оборотов. Идем в крейсере. На скорость 40 на этих оборотах. А, держи, снимай. Минут вот столько осталось. Ну там плюс еще не долито было. Ну что, друзья, 5 минут на 1 литре. Это о чем говорит? 12 литров в час. Да. А это о чем говорит? О том, что инжекторный мотор, вот этот вот красавец японский с объемом двигателя 1,5 литра, ест как двухтактная тридцатка. 12 литров в час на крейсере. Как-то так, делайте свои выводы, друзья. Скорость была сколько? 38-40, да, вот так? Да, вот? Да. И 4000 оборотов. Нормально, летели. Вот так вот. Way of life.